Всем привет, вы на Кнайк Айби, с вами Екатерина. Да, еще раз напоминаю, я переставила стол и хромакей убрала, и поэтому я квадратная. И да, освещение очень необычное, то есть на меня светит чуть ли не прожектор для машины, грубо говоря, так расписываю, хотя по факту это не так, и маленькая лампа желтая. Тизной, можно так сказать. Вот. Сегодня посмотрим у Джохана. Ну, Йохана. Можно я Йоханом его буду называть? Ну, пожалуйста. Ладно, Аркаша. Вот. У него вышло видео «Где шпион?» с Spy Party. И я догадываюсь, что игра это что-то вроде... как сказать, найти предателя, как это, в утках, гусях, ну, вы поняли. Ну, ладно, я посмотрю, наверное, я пойму все. Вот, а перед тем, как начать смотреть, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал. Да-да-да, а мы начинаем смотреть. И да, если буду ребеть, вы пишите. Хорошо. Вообще, я бы хотел, наверное, корректно и внятно всем объяснить теперь уже, когда мы поиграли в нее достаточно, что это вообще такое, с чем это есть. Быстро и вкратце рассказываю, как же играть в эту хрень. Вы играете либо за шпиона, либо за снайпера, которому необходимо найти и вычислить этого самого шпиона. При игре за спая нужно выполнить какое-то количество заданий, которые вы видите в левом верхнем углу. Например, подменить статую, пообщаться с двойным агентом, подкинуть пакет цели, украсть список гостей. Вроде все фигня, но везде можно спалиться. Снайперу, в свою очередь, нужно иметь 8 глаз и смотреть мега внимательно за всем, что происходит, чтобы заметить что-то, что не видят остальные. Прикольно. Так, хорошо. Очень даже интересно. Хорошо, я пока хочу... Я понял, что нужно запомнить какие статуэтки, потому что их нужно свапать. О, это очень просто. Они все одинаковые. Эй, ты не на те смотришь. Зачем я тебе подсказал? Обращаю внимание на всякие разные вещи, которые могут меня смутить. Но довольно много за чем стоит следить. А тут получается несколько игроков, типа там на светской вечеринке. И только один шпион получается, да? Знаешь, нужно будет контактировать с двойным агентом, поэтому я вот обращаю на это внимание и думаю о том, вот можешь ли ты сейчас это сделать? Что ты ходишь? Ты же видишь мой лазер, да? Ты же видишь шляпник. А, я только сейчас поняла, там поменялась статуэтка, да? Ебучий! Где ходит? Ходит. Паскуда. Будешь мансить, да? Мансить будешь. Почему они ниже меня? Надо было брать какую-то мань. Надо было колясочника брать, твою мать. Мимо. Я уеду жить в Лондон. Надо сначала деньги заработать, да. Тем более курс рубля позволяет, когда доллар стоит 100 рублей. Что? Я доктор зло. О, будильник, я проснулся в моче. Ничего, ничего. Я уеду жить в Лондон. Ну ты же неспроста это поешь, королева Великобритании, а? Книжечку почитать захотелось. Если так уверен, то попробуй. Я уеду, потому что я на коляске. Просто действительно уехать только на коляске, да, намек на это. Вот мне знаешь, что кажется, так, что если да. Честно, статуэтки это, наверное, чуть ли не одно из самых сложных здесь, то есть типа, а если миновать статуэтки и не стать менять их? Можно, можно, да. Тогда ты сейчас стоишь в толпе и с кем-то базаришь. Скорее всего, стало да. Стало быть. Стало ты быть. Либо вот этот синенький гиёчек, либо кто? С тростью, либо женщина-наездница, либо возможно, еще одна женщина, возможно. Которая сейчас в глаз прям свечу лазит. Возможно. Я считаю, что это вполне возможно. А может быть и нет. Или базарю, или не базарю. Кто же знает. Какой ты... Кто ты? Душный. Ну, знаете, фигурки прикольные. В принципе, очень даже интересная игра. А интересно, она на ПК ведь, да? Кто ты? А на кого подозрения есть? На кого? Боже мой, а? Какие официанты очень прямо угольные.
в лицо. Или это такие маски? А? На бабулю. Какую? Королеву. Ну да, кстати, очень как-то топорно официанты выглядят. Королеву? А, почему? Да. Ну а чё она, блин? Чё она, блин, что? Такая старая. Но на самом деле, я думаю, твои подозрения оправданы, я считаю. Потому что кто же знает, что в действительности на самом деле могут замышлять старики. Я понимаю, брат. Я понимаю, это охуительно сложно. Я не понимаю, на кого. Но статуэтки я не менял. Я действительно старая женщина. Ты не успел. Ты что? Почему ты убил старика? Я не понимаю, что за ненависть к старым людям. У меня глаза разбегаются. Я понимаю. Косоглазие. Они смотрят. Это нормально. В комнате. Это нормально, абсолютно. Но ты точно не будешь менять статуи. Это почему ты так думаешь? Я на них смотрю. Ну я уверен. Ну я их запомнил уже. Не будешь ты так. Хотя, делать. Возможно, ты и прав, да? Я могу выполнить любое из трех занятий. А сколько выполнил, если не секрет? Два. Выполнил два. Еще да. Одно осталось. Еще одно осталось, да. А кто похож больше? Вот кого бы ты так вот, если рандомно застрелил бы? Рандомно бы королеву Великобритании. А больше как-то, знаешь, глаз никто. Ты часто на меня смотрел, часто на меня смотрел. Так просто хочу сказать тебе. Часто, часто. Вась, надо что-то решать. Быть мужчиной. Попал. Просто рандомно попал. Как? Объясни мне. Просто рандом. То есть вообще, просто я когда-то навел на меня, у меня просто анус сжался. Я думаю, зачем? Женщина такая галантная, она меня немножко заинтересовала. Мне вот интересно, как угадать, кто из них кто, блин. А может, я догадаюсь? У нее есть какой-то шарм такой любопытный. Ты смотришь на нее сейчас? Нет, рядом смотрел, рядом с ней смотрел. Но я больше женщина или мужчина, чисто по твоему ощущению? Я думаю, женщина. Думаю, ты любишь рыжий цвет, мне кажется. Не знаю, есть такое у меня ощущение. Я тоже думаю, что женщина, но мне кажется, он не туда смотрит. Рыжий цвет в каком месте? У женщины. А во всех, ты в платьях, в волосах. А чё я с тобой базарю? Я, главное, действительно смотрел на это уже по персонажу, блин. Да я не знаю, да я не знаю. Ну просто почудилось так, ну почувствовал сердцем, понимаешь? Подожди, это тот же персонаж, что и ты был, или нет? Кстати, да. Короче, если ты кладешь меня в течение 20 секунд, перевожу тебе тут же два косаря просто, тут же. О, неплохой вариант, фат, заработать. Тут же перевожу тебе просто два косаря. Сейчас все тут пойму. Же, даже за не буду, даже не буду, блядь, да просто за давай. Давай, за секунду начни понимать, ну за вот секунду. Же ты! Я спокойненько менял статую с головы на орла прямо перед тобой. Почему ты именно его убил, скажи? Интересно. Ну не знаю, чисто на интуицию попробовал. У кого-то интуиция плохо работает. Две птицы, голова, две жопы, две жопы, две птицы, голова, две жопы, две жопы. За 10 секунд выключаешь меня, рву трусы опять! За 10 секунд, Вась! 10! Нет? Жаль, да зачем ты забайтил меня на эти трусы? Прозвучало. А кстати, да, а при чем здесь трусы? Странно, ну ладно, люди поймут, когда увидят твой ролик, почему это именно так. Я добавлю сюда маленький кусок, можно просто вставлю кусочек, как превьюху для твоего ролика, чуть-чуть сейчас, просто вот сейчас. С 10-го, с 10-го, вот он, юбилейный, 10-й. Вась, как меня это раздражает, если меня, от как тебя, 11-й раз. Как давно я не играл в Fall Guys. Надо бы возобновить с девчонками. Она работает, Вась. Сука! Ты понимаешь, что я слышу? Просто крики и треск. Если, упаси боже, вы захотите увидеть полную версию всего этого, то она скоро будет у Данила на канале.
нужно включить понимание. Ах ты тварь, ты поменяла ее? Я же не успел посмотреть. Что я читаю книжку, ты что, с ума сошел, блин? Точно. Ну, ты понимаешь, о каком я говорю. А, ну ты видел же. Что видел? Что видел? Ты сказал, я читаю книжку, я сказал тебе. Что ты имеешь в виду? Я просто буду держать тебя это на волоске, если что. Блин, дай мне пометить тебя! Это ты! Это что такая? Да! Да какого хрена? Ого. Так, статус напоминаю. Значит, птица, жопа. Мы тут тренировались. Птица, голова. Жопа, голова. Шляпник тоже у меня будет здесь под подозрением. Опять тот же персонаж. Что? Ну что ты? Стреляй в нее. Я тут пока свои темные делишки. Ну подожди, ну тут же была жопа с птицей. Ну жопа там с птицей была, там голова с птицей, жопа куда делась? Ты путаешь голову с жопой. Ха-ха, нет, вот и нет. Ну ладно, не путаю. Ну это палевно, да. Секундочку, засомневался, если честно. А-а-а, жопа птица, птица. Не вижу вторую статую за мужчиной, который меняет ее. Ну не видно было статую, заочковал, занервничал. Ой. Подумал, что сразу менять пойдешь, как наглый сын. Ну это очень сложно, когда, например, действительно в дальнем расстоянии определить, кто что делает именно с точки зрения рассматривания статуэток. Ну вы поняли, походу у меня опять рябин, да? Да? Нет? Вы хотя бы напишите в комментариях по времени, точно была рябь в каком-то моменте. Потому что я когда садилась... то вроде бы рябь была, но потом я такая пошаманила вот с этой штучкой, вот этой. И вроде бы все нормально. Блин, господи, не по теме говорю, не по теме, господи. Ну нет. А, два орла. Орел, голова, две жопы. Орел, голова, две... Ты чё, шкет ебаный? Там было два орла! Что ты там стоишь? Ты маленький, за тобой видно, когда меняет! А чё? Встал, блядь! Куда ты прёшься, а? Куда ты? Ты о чём? В смысле, о чём? Ты чё, блядь? Как? Я в голову стрелял тебе, ты чё? Ты чё? Просто не навелась цель, короче. Ты чё? Да я на повторе покажу на реплее, я в голову тебе стрелял, чё за бред? Ну, на самом деле, я видел то, что прицел не на спая, а на сразу на цивилиан. Подожди, ты говоришь, было два орла, так я ж поменял и стало два орла. Кстати, да, но суть это никак не поменяет. Что ты молчишь? Что ты делаешь? Ну хотя бы расскажи, что ты делаешь. Как я могу рассказать, что я делаю, если я тебе не буду рассказывать, что я делаю? Это же слишком подозрительно. Не буду! Взял книгу! Послушай, импульсивный ты придурок. Ты, конечно, угадал, но книгу мог кто угодно взять, ты в курсе? Да я знаю, да, я знаю. А чё ты меня хлопнул тогда? Ты сейчас начнёшь с книги! Так случилось! Ты пёс! Все разные, не запомню никогда в жизни, просто не вариант. Боже, да это же бред, да нет, да не запомню я. Но ты бы предпочел с перецками спиной крутить эту статую, как скотина. Нет. Да не предпочел. Бля, ладно, все, надо пишет. Уже поменял. Да как? Как? Где? Бля, мы слишком охуевшие, мы сразу менять статую идем. Кто берет статую в руки, тот сразу, того сразу убиваем, просто моментом. Вообще даже смотреть, блядь, не буду. Просто даже смотреть не буду, блядь. Просто я вообще раз смотреть даже не буду. Просто сразу кладу, просто, блядь, сразу. Это рандом же, ну. Рандом конченый. Сука, все, не могу больше. Не могу. Не могу эти статуи видеть. Я уже хочу дома ходить, менять кружки местами. Знаешь, так, как придурок, ходить так вот медленно. А я люблю перекладывать вещи и сразу терять их.
И забыть, куда я переложила, потом такая, муж сразу это, милый, найди, пожалуйста. Это, конечно, плохая привычка, не делайте так. Особенно не перебирайте чужие вещи. Сука, только подойди. Голова орел. Да ты пошел сразу к статуям, скотина. Серьезно? Да ты чё, на? Пошел, только пошел к статуям. Это просто серия о том, убиваем моментально, если кто-то подходит к статуе. Сразу кончил. Сразу закончил. Серьезно? Ты даже управление не взял. Да. Я виноват, что он пошел в статуи, блядь. Ну потому что мы такие быстрые. Дедукция на уровне Шерлока. Ладно, я опять шляпник. Платить и каяться. О, на этот раз он решил не брать статуэтки. Молодец. Скажи, пожалуйста, а ты внимательно меня слушал? Платить и каяться. А что я сказал после этого, ты помнишь? Слава богу, потому что я полностью сдал все абсолютно. Я дал поставил фразу, которая тебе, ну, абсолютно полностью дает понять, что и кто я в этой игре. Но у меня слава так богу, ты. Стоит, я... Не надо, блядь, я запись ты слушать не будешь. Я дал. Нет, ты не будешь слушать, да, блядь. Ты что, с ума сошел, блядь? Ты что за пиздец? Ты что, блядь? А хотя бы такие, какие домыслы, какую фразу я мог сказать такую, чтобы спалит полностью всю свою картонку? Что-то про карлика. Что-то про карлика было, скажи мне, пожалуйста. Что-то было про карлика на Карлинском. Это маленькая коротенькая... На Карлинском? Коротенькая фраза, да? Не знаю. Ну а кто еще? Ну может Хокинг, конечно, быть. Да, опять ты колясочника подозреваешь. Опять его как-то уже хлопать тоже. А что я сказал тогда? Какую же тогда фразу? Я сказал, опять я колясочник? Или опять я карлик? Что я сказал? Странно, вообще стерто, понимаешь, воспоминания об этом моменте. Не помню вообще ни хера. Да. Ну мы оба придурки. Обида, что поделать? Оба придурки. Мимо. Ты че, долбоб, скажи, импульсивный, что он сделал такого, за что ты его хлопнул? А почему именно, да? Я думал, стрельнет, если вспомнит про шляпу, то хотя бы другого. Но почему именно лысого? Что-то с книгами там. С книгой. Книги менял? Да, я, кстати, кричал слово «книга», чтоб ты понимал. Так, поисключаю пока персонажей. Хорошо. Скажи, кого исключаешь, просто мне интересно знать. Ну, персонажей. Ну, кого исключаешь? Мне же любопытно. Амбассадора. А зачем? Ну, чтобы не мозолили глаза, так удобно. А ты знаешь, что всего три задания в данном случае? В данном... Ой. В данной игре. Действительно, да, и я хочу сказать тебе, что у меня осталось лишь последнее. Самое простое. Лишь последнее. Самое простое. Я практически оставляю тебе шанс сказать, не убивая, кто это. Если это буду я признаюсь. Я даю тебе одну попытку. Ну, давай. Женщина с красными волосами. Нет. Я так... Да ты конченый! Какой конченый! Я не знал, как поступить в такой ситуации. Как крыса или признаться? Я выбрал как крыса! На этом все. Без лишних слов, если понравилось, вы и сами знаете, что делать. Увидимся в следующее воскресенье. Всем пока. Не знаю даже, с чего начинать. Я хочу делать так, как-то все грамотно, чтобы, ну, ты не вызвать подозрений каких-то глобальных. Ну, потому что я не понимаю. Ну, статуи ты уже запомнил все или не запомнил? Какие статуи, скажи мне, ты запомнил? Запомнил. Ну и какие там статуи были? Да всякие разные. Ну две головы ты увидел, два орла, а остальные, видел, что да. Еще там ты увидел? Я видел, что все нормально. Все. Да ты не видел, блядь, ты рассказываешь, я уверен, ты уже подзабыл с этими статуями, что вообще там. Ты так базаришь со мной! Ты что, блядь? Ты опять его? Ты опять колясочника ебал, за что? Да хрен его знает, но нахер он всегда статую берет, когда ты в странную чушь городишь, блядь. Ну ладно, ребят, я посмотрела видео.
Да, я в этой серии действительно очень много не говорила, потому что игра действительно такая интересная, может быть, мне с кем-то поиграть. Может, как раз-таки с Леной поиграть. Только надо сначала посмотреть, сколько она стоит и где ее можно приобрести, и точно ли на ПК. Вот. А так мне очень понравилось. Вот. Надеюсь, и вам тоже понравилось. Если да, то поставьте лайк. А так, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ссылка в описании под видео. На себе дискорд, ссылка в описании под видео. И, конечно же, оставляйте комментарии. Всем большое спасибо. Всем пока.